Привет! Это Наташа Баранова из Теплицы социальных технологий. Привет! Это Ася из Теплицы социальных технологий. Привет! Меня зовут Влад, эвент-менеджер Теплицы социальных технологий. Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплицы социальных технологий. Уже 6 лет мы помогаем некоммерческим организациям и общественным инициативам реализовать весь потенциал веб-технологий для общественного блага. Мы пишем, проводим мероприятия, создаем программное обеспечение, создаем различные сети. В общем, мы делаем много всего, и я думаю, что лучше, если не я буду об этом рассказывать, а мои коллеги, которые непосредственно этим занимаются. Мы запустились в апреле этого года, и у нас уже 1200 человек. Мы провели 12 мероприятий, а в сентябре этого года поехали в Курган с хакатоном. У нас все очень круто и интересно, и в следующем году будет еще лучше. За прошедший 2018 год к пасеке присоединилось несколько десятков компаний и фрилансеров. Мы запустили совместный проект с Google, а также несколько совместных предложений для НКО от AMA, CRM, Unisender и Timeback. Мы провели 4 хакатона в разных городах России, поддержали зоозащитников, благотворительные фонды, городских активистов. Мы провели большую конференцию современных технологий для некоммерческих организаций. Сейчас готовим большой онлайн-курс по данным для некоммерческих организаций. Уходим в маленькие города в российской провинции. Мы продолжаем писать тексты и снимать видео для гражданских активистов и благотворителей. Сейчас мы увеличиваем команду и хотим усилить раздел технологии. А еще больше писать про фандрейзинг и рассказывать истории. Ну что, мы продолжаем снимать скринкасты, хотя пробовали и другие форматы, и еще будем пробовать. 6500 подписчиков и 620 тысяч просмотров за этот год. Примерно столько же, сколько за весь предыдущий период с момента появления канала. И пару слов о наших успехах в разработке. Фандрейзинговый плагин Leak помог в этом году собрать более 84 миллионов рублей, а плагин для подключения к Яндекс.Новостям установило более 5000 сайтов. В общем, много. Мы работаем для вас. С Новым годом!